Привет, привет, мои творческие друзья. Заказали авоську с девочкой канителькой. Оказывается, есть такой мультфильм, я и не знала. В авоську подкладываю листочек картона и покрываю лаком то место, где будем рисовать девочку. Покрыли и ждем, пока высохнет. Краски у меня акриловые, производство Луч. Подбираю нужные мне цвета, беру палитру, намечаю полосы, где будет надпись, и делаю набросок ручкой «Пиши, стирай». Это гелевая ручка, которую можно убрать теплом и стереть ластиком на обратной стороне ручки. Намечаю место, где будет голова, где тело. Разделяю тело на верхнюю часть платьишка и на нижнюю часть. Рисуем рукава. Ручки. У мультяшных персонажей 4 пальчика. Рисуем 4 пальчика. Нарисовали юбочку, кармашки, пуговки, воротничок, длинненькую шейку и голову. Голова у нас повернута в одну сторону, поэтому одна щечка будет более объемная. Рисуем шевелюру, все очень просто, вот такие вот фестончики. Челочку и наметим носик. Все очень просто. Если разобрать любую картинку на маленькие детальки, сделать разметку, мне даже маленькие детки в студию спокойно рисуют персонажей. Рисуем реснички. Можно будет это все разукрашивать, а можно будет нарисовать потом мордашку сверху. Видите, обратной стороной ручки всегда можно подтереть. Нарисовали ротик. Вот и готово. Складочки, кармашки и ножки. Ножки тоже очень простые, как носочки. Да вот и готово. Берем палитру. Кисточки у меня синтетика, акриловые. Некоторые уже расхлебались, нужно подклеить. Берем белую краску, добавляем немножко красной и немножко желтой, получается бежевый цвет. И закрашиваем мордашку. Можно такой же рисунок нарисовать на бумаге и гуашью. Закрашиваем ручки, мордашка чуть-чуть подсохла, покрываем вторым слоем. Моем, вытираем кисточку. Я иногда вот так вот разбавляю краски с пульверизатора. Берем красненькую, добавлю немножко желтого, чтобы получился более теплый, насыщенный цвет. И начинаем прокрашивать волосы. Брызнула с пульверизатора на картинку, потому что на голове идет желтая полоса. Нужно, чтобы были размытые края. Набираем желтую красочку, разбавляем. Краска должна быть жидковатой, удобнее рисовать. И закрашиваем полосу. Размываем края между цветами.
Похоже? Похоже. У меня более лохматая девочка получилась. Осталась желтая краска, сделаю фон. Прокрасила на второй слой непрокрашенные цвета. Продолжаем. Беру белую краску. Опять же разбавляю хорошенечко, но чтоб не текла, чтобы было комфортно рисовать. И закрашиваю все беленькие детали нашей картинки. Девочку зовут Канителька. Белый воротничок. Беленькие полосы на платье. Ой, у нас на улице опять буран, весна никак не наступит. Наверное, вам слышно, как завывает ветер, как метет. Один рукав немного отличается от другого. Вот здесь еще будет малиновый манжетик. Картинку канительки размещу в Инстаграме, в Одноклассниках, ВКонтакте и в Телеграме. Я создала Телеграм-канал Инесса Куклотерапия. Подписывайтесь, буду все дублировать туда. Добавила в желтый немножечко красного, получился вот такой вот светло-оранжевый цвет. И разукрашиваем кармашки на платье. И вот здесь чуть-чуть из-под воротничка выглядывает тоже оранжевая загогулинка. Ну и остатки краски, конечно же, вымажу на фон. Кисточку моем, вытираем, прокрасим немножко вокруг вот такой белой краской. Туда совсем чуть-чуть подмешалось желтенького, и белый оттенок отличается от цвета носочков. Вокруг платьишка готово. Берем малиновую краску, разбавляем и смотрим, подходит, не подходит, не похоже. Добавляем немножко красного, и получается теплый-теплый цвет. Подходит, идеально подходит. Теплая фуксия. И прокрашиваем места, где у нас малиновый цвет. Обязательно подпишитесь на канал. Будем рисовать и делать много интересных и полезных вещей. Наша фуксия переходит в красный цвет. Вот здесь по низу лифа платья и немножко по верхней части юбки. И с другой стороны.
Готово. И на носочках тоже малиновые полосочки. Беру свою ручку «Пиши, стирай» и намечаю опять же глазки, носик, реснички. Глазки у нас смотрят в сторону. Ротик, маленький язычок и подбородок. Фестона вот здесь вот сделаю чуть-чуть побольше. Нарисую опять пуговицы. Подкрашиваю свои фестончики, вернее, канителики на фестончике. Прокрашиваем ротик внутри. Берем черную краску, тоже разбавляем. Жидкой краской рисовать намного легче. И начинаем обводить полностью все-все фестончики. Ручки. То есть все наши наброски, все наши наметки мы просто обводим. Ну просто же. Очень просто. Справится и ребенок, и новичок, и даже те, кто вообще никогда не рисовал. Кармашки обведу, нарисую складочки. Конопушки у канительки над носом. Страница в Одноклассниках. Группа в Одноклассниках называется «Инесса Цветотерапия». И моя личная страница «Инесса Цветотерапия». Группа ВКонтакте создала, называется «Инесса Куклотерапия». И создала вторую группу «Инесса Цветотерапия». А зовут меня Инна Торговицкая. Если вы хотите подписаться на мою страничку ВКонтакте, ищите Инна Торговицкая. И телеграм-канал «Инесса Куклотерапия». Я буду дублировать все в телеграм-канал. Все видео с обоих каналов. Нарисовала беленьким глазки. Развожу опять бежевый. Это белый, желтый и немножко красного. Разукрашиваю пуговки. Добавила побольше красного. Получился вот такой персиковый цвет. Рисую щечки. Можно пальцем чуть-чуть растереть. Румяная канителька. Обводим глазки. Рисуем зрачки. Обводим реснички. И вот почти готово. Можно перевернуть. На волосах мы поставили полосочки. Видите? По всей шевелюре у нас поперечные полосочки. Чем хорош акрил? Можно рисовать на футболках, на джинсах, на куртках, сумках. Расписать можно все, что угодно. И потом эти изделия можно спокойно стирать в стиральной машинке. Начинаем делать фон. Белой краской обводим нашу девочку снизу. Берем желтую краску, добавляем в белый. Делаем переход.
Вот здесь немножко добавлю желтого. Здесь уж как хотите. Можно вообще не делать фон. Просто нарисовать девочку снизу немножко. Фон, как будто она стоит на земле. И подписать канителька. Ох, сейчас не жизнь, а сплошная канителька. Сделала светло-голубой цвет и переход в синий. И закрашиваю все остальные места. Вот так размажу по краям. И сделаю немножко персикового. И вот этот оставшийся кусочек закрашу персиковым. Готово. А теперь делаем надпись. Я напишу: я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу новое платье. Не поместилось немножко, можно, конечно, было добавить новое платье и шоколадку или новое платье и наручки. Беру пергамент, утюг, подождала, пока высохнет, и убираю все свои наметки. Проглаживаем. Ручка исчезает. И вот что у меня получилось. И у вас, конечно же, тоже получится. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч!